Всем привет, с вами снова Atlantis 3570, и сегодня вашему вниманию представляется вторая игрулька для PlayStation VR. Кстати, здесь уже с ленточкой, распаковываю сразу после Russian Blood. Здесь уже есть ленточка PlayStation 4, которую можно потянуть, и нифига она ничего не порвет, хотя сейчас более-менее. Так. Ну, стоимость ее, я думаю, все знаете. Полностью представление даже подороже, кстати, зато пленка отлично отходит. Это набор из 5 игр. У нас то, что показывали на выставке E3 и тому подобное. У нас тут 5 игрушек. Это London's Haze, Avenger DC какой-то, Океан Десцент, VR Ладжи, Данджер Балл. Короче, какая-то хрень. Ну, London's Haze. Довольно интересная задумка. Ну, как едете на машине, то есть на пассажирском сиденье отстреливаетесь, при помощи мувов перезаряжаете, как вот, то есть в реале там не на кнопку нажимаете, а подставляете магазины. Ну, я думаю, все видели. Интересно. Вообще покупалось ради в основном трех игр. Этот London's Haze, вот этот про акул, там где надо опускаться, и VR Ladge, где типа на санях уворачиваться от бревен и тому подобное. Было интересно. Вот эти две игрушки мне не очень интересно. Ну, конечно, в них тоже поиграю. Так. К сожалению, Ларочка не вышла на PlayStation 4 именно в физическом виде. Откладывается до 25 октября, а я уточню, сегодня 13 октября 2016 года. Так что придется подождать. Да, в PSN она уже давно доступна, но я собирался приобрести себе, скажем так, с небольшой комплектацией, да, не без, то есть не так, где фигурка, нет, за одну фигурку отдавать там 8 тысяч неохота, а с книжечкой прикольно. И из-за этого я, конечно, не могу в Ларку поиграть. Да, те, кто видели распаковку той же Ларки с Xbox One, могут спросить, а зачем тебе еще одна Ларка? Ну, просто, во-первых, не знаю, честно сказать, как бы стало не звучало, я даже по ней соскучился, хотелось бы еще раз ее перепройти, хотя есть там некоторые задания, места, которые я бы не хотел бы в них возвращаться, потому что они тупые, но все равно. Ну а главное, конечно, то, что там есть миссии с VR. И вот это вот интересно. Так что, к сожалению, пока что Ларка недоступна. А в цифре я не знаю. Покупать не хочу, хотя, может быть, и куплю, откажусь от того предзаказа. Книженцы, это пофигу. Хотя с книженцей она, кстати, дешевле, чем без книженцы в PSN. Вот такой вот игрульк. Еще в цифре несколько игр есть, плюс еще предзаказаны, другие игры, которые еще не вышли. Так что не думайте, я не две игры, можно сказать, купил там, и Ларку третью. Нет, помимо всяких там Resident Evil демок, плюс диска с демками, ну или в цифре, помимо там Китчена, который Capcom дала скачать, скажем так, и поиграть. Ну там не играть, там просто едешь, ну, как по видеороликам и рассказам, я еще не пробовал. Еще скачаны в цифре парочку игр там. Так что, ну, короче говоря, я думаю, буду делать, возможно, обзорчик. Возможно, я думаю, сделаю. И мы эти игры посмотрим. Ну, а пока что на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока и до встречи.